Прием-прием, леди и джентльмены, на связи Шедимен и, конечно же, леди Леска. Всем привет! И Нубик-Кубик. Привет, друзья! Добро пожаловать в новый видеоролик, а именно на битву на арене в Майнкрафте. Сегодня мы будем противостоять армии близняшек из игры Atomic Heart. Это такие роботы, которые нас сегодня будут атаковать, и нам сегодня нужно пережить 4 волны. И с каждой волной мы будем апгрейдить свое оружие. Но ты, кстати, выбирай одно из этих двух оружий, которые ты и сегодня использовал бы с нами на этой арене в Майнкрафте. Первое, пиши цифру в комментариях, если ты выбрал бы огнемет, и пиши цифру 2, если бы выбрал пулемет. И обязательно ставь лайк под этим роликом и жми на кнопку подписаться. Ну что же, а мы будем начинать. У меня сегодня вот такой супер-мега необычный прикид, потому что, друзья... Я собирался плавать, а попал на арену, так что погнали, все, ребят. Так что погнали, да. Все, у нас и тут есть также вот наши оружки, и мы, в принципе, с вами готовы приступать и выходить на первую волну. Ну что, как всегда. Кстати, вот они, эти роботы, капец, они какие-то, не знаю. Слушайте, они, наверное, очень сильные будут. Какие-то страшные, я не знаю, да. Страшно, потому что нет лица глаз. Ну, они же близнецы. А, ну да. Нубик, ты вот просто кэп какой-то, я не знаю. Ну, пока Нубик спит, я пойду на арену. Эй. Ну я сказала, во. Что я второй буду. О, ребята, милипуськи бегут какие-то, давайте сюда скорее. О, они прям мега... Ух ты! Сильные ребята, какие! Ребята, у меня плечи... Ой, плечи, какое? У меня меч сразу сломался. В смысле сломался? Да он отлетел! Отлетел? Куда? А его можно поднять? А, выкинул... Вылетело, я понял. Все. Я тогда тактика шипов, ребят, нас заскамили. Ой. Тактика шипов. Реально, вводим их через шипы. Оружие. Хорошо. Ну-ка, во-во-во, так. И по хитрее по возможности кулаками... О, да, задевайте их тоже. Кулаками ай, больно. Так, разделите их на две группы, чтобы кто-то вел в одну сторону, не так, чтобы мы толпой одной шли. Давайте их разделим между собой. У меня собой. Сердечко. Ай, ну зачем вы такие сильные и быстрые? Так, Леска, давай вот эту толпу я к себе поведу сейчас через шипы. Так, сейчас, подожди, я ничего не соображу вообще. Я тоже ничего не понимаю. Первая волна, друзья, у нас супер челлендж. Ни оружия, вообще ничего нет. Вы чувствуете, что мы ни одного не убили, да? Ну так ты аккуратнее, ты на шипы-то не напрыгивай, ты вот на этот блок просто наступай. А, во, ребят, вот сюда можно, во-во-во. Опа, вот тут широко, они не обойдут. Они некоторые обходят стенку, вы прикиньте, они какие ушлые. Слушай, ну если они ушлые, какие будут следующие раунды? Получается удар наносить. В следующем раунде вообще... А, так они же, по сути, должны такими быть, потому что они роботы, но у них интеллект высокий очень. Я вспомнил мультик «Таракан-робот», короче. Ай, полсердечка! Живу пока что. Ребят, что-то первая волна прям очень тяжкая, у меня не получается их перевести. Слушайте, так ощущение, как будто все перевернули задом наперед, да? Так, стойте, можете ко мне не бежать, ребят? А вот Лески... Она перепрыгнула, слышишь, ты видела? Да вижу, да, наглая какая. Нам просто какие-то деньжата получить, и мы купим первое оружие, ребят. Просто завалить несколько штук. Вообще, хоть одного бы завалить не могу. Так, ну-ка, давайте. А сколько, кстати, есть. Один меч стоит? Шип... Они перепрыгивают. По-моему, ай! Нет, все, Сколько денег? Так, сейчас скажу. Короче, тут есть самое слабое, это какашечная кирка. Она 5 стоит. Всего 5, ребят. Ух ты. Фига, тут сколько. Так, ну-ка за мной давайте. Ну-ка за мной. Так, сюда, сюда, сюда. Давай на шипы, прямо на шипы наступай. Давай, 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 давай. Есть! Да что ты? Получилось! Ребят, вообще. А вы кого-то завалили хотя бы одного? Нет. Нет. Я глаз, знаешь, не пойму. Они же уже начаты, они должны уже как-то начать. Да чё они такие быстрые-то? Погибать. Чё такое происходит вообще? Скорее всего, знаете что, мы в них попасть не можем, скорее всего. Так, нет, я попадаю. Просто это все время разные и... Есть, получилось. Получилось. Ух ты. Ребята, 5, ровно 5. Все, я пошел какашечную кирку покупать. Капец, сейчас дело пойдет постепенно. Я одного замочила, но денежку я не успела взять. Возьмите кто-нибудь, кто может взять. Одна в шерпах попалась. Отлично, у меня у меня то же самое. Теперь. Идите сразу покупайте апгрейд. Ой. Я денежку покупаю не вижу. Апгрейд, я иду на арену. Так, давайте на шипы. Давайте на шипы, магазин, куклы. Точнее, ой, эти куклы, говорю, роботы. Такое? Вот целая толпа идет. На шипы. На шипы давайте. Есть, 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 есть. Нифига себе, сразу. Три попал, Нубик. Денежка, да? Ай, нет, Нубик все забрал. Денежка, а я все равно вам отдам потом. Так, идет еще одна, я попробую киркой. Так. Так. Ребят, я хочу еще одного завалить, чтобы нибудь покупать. Что-то кирка, взять. Конечно, такая себе. Вообще. А там кирка только, да, после этого? Ну, самое дешевое, что было, самое дешевое взял. А там, если... Там, если топор какашечный, вроде бы, если я... О, еще один. Да что ты... 12 целых. 12, отлично. Это очень хорошо. Слушайте, я пока только с одним. У меня 20. Пока что получается справляться только через шипы. Так.
Шипы самые прочные. Нам очень нужны деньги, это невозможно. Ура, одна еще попалась. Так, шипы. Киркой шипы пока никого не получилось шипы завалить, вообще никого. Сколько у нас осталось этих перепутин? Есть, я их бью. О, еще. Еще, еще. Прилично. Так, Нубик, еще вот, у меня тут три, по крайней мере. Опа, я оттолкнул. Шипы, так, просто задоджил, ой, просто задоджил. Ой, сейчас подожди. О, больно бьет она. Уйди. О, есть, так, скирки, ребята, хедшот. Все, у меня получилось, прикиньте. Получилось скиркеток. Давай, застрянь уже. Смотри, видел, перепрыгнул. Есть, она. Ребят, нет, все, я приспособился. Я аккуратно, нет. Нубик, давай. Я тебя спасу. Yeah. Опа, спасибо. Чуть-чуть. Это по-моему, все. По-моему, все, я там положил троих где-то. Так, погнали скорее в магаз. Так, фух, это первая волна была безумно тяжкая. Так, давайте посмотрим, сколько у нас всего. У меня 20, у Нубика 30, это 50, у Лески 5. Получается 55. Можем на что-то скинуться. Например, мы можем скинуться на вот этот вот за 20 купюр. Так. У меня есть 30. Смотрите. Нам... А? Я предлагаю купить два мяча. Это будет 40. А сколько у нас всего? 55? Да. А, одной не хватает. А что, что, что? Я хотел купить два мяча и топор. Так. А, ну тогда... Так. Топор, он тоже... У кого прицел просто имба из нас? Не знаю. Давайте, короче... Короче, давайте два мяча мы все-таки купим. Короче, я буду челлендж, я, в принципе, сам себе накоплю. Давайте этот, короче, мне, в принципе, я и с такой киркой справлюсь. Я взял. Выберите, короче, оружие. Леска. Я себе ой, челлендж ой, устрою. Это тебе тоже. В смысле? Что? Давай это... Ой, смотрите, как я сделаю. Во! Вы дали? Все, я вот так в бой пойду. Все, со второй волны должно быть сложнее. Но, короче, я справлюсь. Эй, вы что переоделись-то? Что такое? Да у меня одежда была. Порвали, что ли? Там у Нубика вообще, знаешь, какой одежда. Ну, пойдемте. Заходите, я уже не первый. Я начал трансформироваться в робота. Газуй, Нубик. О, ребят, они подросли. Конечно, они подросли, потому что волны будут становиться сложнее. Так. Нубик, подожди, дай... Две какашечные крюки у меня в руке, ребята. Это такого еще не было. Этот сейчас, прицел сейчас, сейчас. Действительно просто имба. Реально? Ё-моё, как плохо. Нет. Ну, вообще-то, этот прицел просто имба говорит, когда ты промахиваешься. Так, да где ты? Когда ты попадаешь, тогда что говорить надо? Этот прицел не имба. Ну ладно. Ну ладно, можешь так говорить. Сколько у них... ХП. Так, нет, ребят, а, знаете? А, нет, когда ты попал... Чью-то денежку? Нет, а, может, этот прицел просто, ба, ты говоришь, когда ты попал, а когда ай ты не попал, ты говоришь, да ты снайпер. А. Точно в цель. Понял. Так, ё-моё. Слушайте, как вам с этими мечами-то? Попадаете? Слушай, да попадаю, попадаю, да. Ой, уйдите. Но у меня пока шипы денежки. Так, давайте, давайте, через... Вот здесь они точно через шипы пройдут, мне кажется, да. Ребят, я минусанул одну. Сколько денег? 8, восьмерка, 8, 8. А можете мне немного скинуть, я себе куплю, у кого будет этот нормальный меч. Просто это все равно не давай дело, на самом деле. А, подожди, сколько тебе скинуть? А, ребят, меня мочат уже. Скиньте, короче, возле слова магазин, я потом приду и заберу пол сердечка. Все, я скинул. Все, отлично, я эту армию увожу подальше. Я тоже скинул. Так, отстаньте от меня, товарищи. Так, так идемте, идемте. Так, давай, заходи сюда. Нет, нет! Так, все. А, Леска тоже здесь, что ли? Да меня вот. Так, где вы там скинули, да, получается? Сейчас я возьму. Да. Давай, сколько давай он стоил? 20, да? Да. Тут а, нет, хватает. Так, ну, оружие, вот, ну, получается, ну, меч. Так, это вот сюда. Слушайте, нам надо... Смотрите, их много. Это что-то вообще сегодня тяжелое. Это самый сильный, по-моему. Слушайте, ребята, с этим мечом вообще легко. Попадать даже легче намного. Так, как у нас, да, у тебя? Да-да-да, я такой же купил. Мы в конце оружие купим, мы станем очень... В конце пойдет быстрее, это всегда так. Ты вначале развиваешься, короче, а потом идет нормально. Вроде тебе кажется, вначале сложно, хотя они маленькие, но при этом у тебя оружие плохое. Но при этом в конце тебе легче, оружие хорошее, но они сами сильные. Главное, чтобы они толпой не нападали, потому что когда они тебя пытаются окружить, то все, их уже... Ух ты! Я, знаете, они меня даже наверху достают, слышите, ребят? Я достану одну. Да, я не прыгучая, да? Смотри, Нубик! Смотришь на меня? Смотри сюда. Да. Смотри. Смотрю. Видал толпу целую ударил? Вижу, ого! Ух ты, минусовал двух. Я вообще целую толпу тут мочу, слышите? Я нашел лайфхак, короче, когда с тебе бороться. Круто! У тебя там денег, знаешь, сколько? Да, знаю. Там, наверное, очень много. Ты нашел ключ к счастью. Я нашел Багулину. Так. Багуля. Так, это сюда, это сюда. Так, Какулину продолжаем, 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 интенсивно наступаем. А как? Ну, вставай, что только не близко к краю, видишь, я не достаю. Там нужно точку такую грамотную занять очень, позицию.
Ай, догоняют, сейчас завалят. У меня уже 40 накопилось. Так, у меня 24. Если они на иголке наступят, это победа сейчас. Ой, ну бегать можно, пожалуйста? Да. Давай. Нет, не победа, что-то нифига. У меня единственная денежка была. Нет, все-таки достали меня. Леска, возьми, это тебе. Спасибо. Давайте не здесь уже это делать. Ай. Ладно, Леска, я тебе в магазине отдам. Да не надо, все, я подобрала. С ними все-таки сложно. Очень сложно подгадать тайминги. Я тоже хочу сама попробовать, чтобы заработать. Так, опа, все, запрыгнул. Так. Нет, она еще и догоняет меня. Урон наносится больше на кого-то, когда ты прыгаешь. Ой-ой-ой, сейчас Нубик резко завалит, мне кажется. Да, мне кто-то там сзади на это навалял. Это я. Так. Ну, понятно. И это перешагнуло. Как ты ж хитрая. Есть? Нет, а вторая меня достала. Так, ребят, почти волна завершена, почти завершена, это почти конец уже. Надеюсь, мы купим хоть какое-то оружие, хотя бы для одного человека. Давайте купим оружие для кого-то. Так, есть. Сейчас обязательно купим. Да что ты будешь делать? Так, я слишком много ошибаться начал. Вот если хватит на двух, то будет лучше, или на всех будет лучше, как естественно. Лучше, ну, чтобы на всех, конечно, хватило. Да, но если хотя бы на двух хватит, давайте купим оружие, чтобы быстрее все. Так, ребят, все, по-моему, мы справились. Пойдемте на арену. Ой, пойдемте в магазин. У меня 48. Что так собрался? 24. Так. Вот, ребят, еще денежку нашла. Короче, здесь есть плазмоган, он стоит 48, но у него боеприпасы еще нужно покупать отдельно. Вот в чем прикол. Ребят, тут деньги надо проверять, они возле шипов. Тут еще есть такой, как бы, космический бластер. Ну, я про него и говорю. Я сейчас приду. Я тут чуть-чуть. Сколько у тебя новых денег? Так. У меня 40. Может быть, мне давайте два бластера купим. Нубик, ты такой богатенький, Нубик. Да. Нубик, дай чуть-чуть скинь. Леска, слушай, можешь мне скинуть немного? Ой, я потратила уже. На, держи. Сейчас закуплю, короче, бластер. Еще один. Бластер, да, покупай. И получается как-то... У тебя, Нубик, сколько денег осталось? У меня 0. Так, короче. Ну, короче, ладно, давайте просто так же. Вы мне потом деньги, короче... Я себе еще потратил. Или чё, я не знаю. Что решили? Я не знаю, могу бластер, в принципе, так же скинуть, как меч, не знаю, либо потом накопить, я не знаю, либо чё, как. Ну, давай, бери его, да пошли. Может быть, Шейзи, ты эффективнее справляешься, хорошо, чем Леска. А Леска, да, потому что у Лески прицел просто имба, я согласен. Так что погнали на третью арену. Опять на меня говорят. Теперь чья очередь там первым заходить? Кто последний раз был? Это моя. Давай, заходи. Я не буду медлить. Ой, они стали палочниками и выше стали. Они стали полуэндерменами. Так, ну чё, посмотрим, насколько эти бластеры крутые. 3, так, 4, да. По-моему, 5, 6, 7, 8. Слушайте, столько выстрелов надо, вы не представляете. Очень много. Так, я хотела тоже так... Заходи, ой, поднимайся. Неэффективно, так, что ли? Чё-то как-то не слабоватый, честно говоря. Да. Странно. О, одну завалило. Но зато мы хотя бы в дальнем бою можем с ними справляться. О, накопи... Сколько, чё там? Да нет, я просто за оружие. Леска, лучше залезть куда-нибудь. Вон деньги лежат, Нубик, подними, там Леске передай, короче. Хорошо, я взяла, но я потом передам в магазине эти. Я взяла, я смогла. Смотрите, старайтесь пол не поджигать, потому что мы сами наступать будем на все это. Стреляйте. Хорошо. Именно в них. Еще надо в шипы их собрать. Мне-то из чего стрелять, из пальца? Эй, ты тут... Нубик, да? Сколько у тебя денег? Денег у меня 12. У меня 10. Бластер, по-моему, стоил 58. Сейчас у меня уже 24. В магазине, если что, потом встретимся. Хорошо, если что, ребят, знаете что? Они, ой, если в иголки заходят, они застревают там. И очень прикольно это все. Так. Что, прикольно? Так, Нубик, у меня 22. Они в иголках застревают. У меня 36. И они, я уже получается, много урона получают. Уже... Ой! Опасно. У меня уже 60. Деньги, смотри, чтоб не сгорели. Пошлите в магазин, у меня есть. Хорошо. Можем купить всем бластеры. Давайте в магазин, давайте. Все, ребят, бегите. Хорошо. Отступаем, отступаем. Раз... Давайте. Я еще раз попробую. Я в магазине. Главное, чтобы несколько... они у нас увы не ждали. Так, короче, давай деньги сюда скидывай возле этого оружия, чтобы Леска все закупила. Ай, ну почему на меня? Хорошо. Леска, возьми. Ой, спасибо. Все, давайте, пошли на арену пока. Хватит. Это а мне, можно, что ли, Леска, все? Ты мне купишь немного патронов еще? На какой? Я себе 40 патронов взял. На Aliens Blaster. Энергетические, бери, короче, Energy. Энерджи, да. Энергии, так, я повыше пока поднимусь. Они, мне кажется, меня здесь главное достанут. Хорошо? Опа. Я ничего не перепутала. Так, ой, здесь сюда еще никто не запрыгивал, по-моему. Так, сейчас будет. Так, ребят, Нубик, мы пока там. Стоишь, да? Я просто их тут разношу направо, ой, и налево. Леска, спасибо, Леска. Дай мне. Да. А, подожди. Мы идем. Давайте. Я тут просто давай реально расскажу. Как терминатор уже, сам как робот стал. Вот.
Стреляйте, стреляйте. Опа, пошло дело. Пошло. Опачки. Опа. Забирайте. Офигеть. Что-то вообще легко как-то пошло. Так, тушите. Осталось четвертое. Слушайте, сейчас вообще будет. У меня почти Так, не туда бегу, 1,5 стака, короче. 45, мне много. У меня 24, мы можем скинуться на новое оружие, либо же... Я оставлю пока это. Я не вижу смысла тратить. Я оставлю, но я патроны просто возьму. Слушайте, а я, наверное, какое-нибудь яблоко, может, возьму. Я куплю себе зачарованное эмеральдовое яблоко. Оно дает очень хорошую регенерацию. Вот. И еще я себе возьму вот такой нагрудник. Вот, он еще доп. Защиту даст. Прикольно. Все. Четвертая волна самая сложная, и во время нее мы можем тоже закупиться и, возможно, еще что-то еще более крутое купить. Ну, теперь получается, четвертого человека нет, я, получается, снова захожу первый. Давай. Поехали. Фух. Что такое? Заходите скорее, их тут очень много, они здоровенные просто стали, как мутанты какие-то. Мне кажется, у них количество не прибавляется, а только рост и размер. Что? У них не прибавляется количество на аренах этих роботов. А, они сами сильнее становятся. Да, есть такое. Не прибавляется количество. Но все равно это армия целая. Это нам кажется, то, что их больше из-за того, что их визуально видно больше. Ко мне подходит. У меня такое чувство, как будто бы они меня сейчас прямо отсюда смогут достать. Так. Сейчас мне надо будет срочно в магазин бежать. Вы знаете, мне кажется, против них надо будет уже покупать какое-то реально обгреженное оружие, когда вот сейчас хотя бы одного. А хотя бы одного завалили или за это время? Я одного завалил! Сколько там дает? В уголке деньги, в той стороне, ты куда ты бежишь? Капец. Давай так, уже, упади, сколько можно тебя добивать. Леска, ты чё в ближнем бою? Ты чё не купила себе, Ганна? Закончились. Леска, да они вообще, ты знаешь, вообще... Так, давайте тушить, а то все сгорит. Леска, вот с той стороны, там, где горит. Подожди. Да. Я поняла, я возьму, ладно, тогда этот, пока. Берите что-нибудь там, вы что там без этого, Леска, в ближнем бою против этих мутантов. Да, Леска, бери что-нибудь себе. Сколько? О, еще одного завалил, сейчас вот этого завалю и могу подбирать. Вон деньга лежит, короче, на полу. Деньга. О, две лежит, две. Я выхакиваю. О, с одного 18 выпадает. Это много, это хорошо. Не беру. Вот это. Так, тех добиваю. Купить какашечный топор. Да, зачем? Там все какашечного можно купить. Вот этих, Шэдди, вот этих не трогай, они в шипах застряли. Опа. Прибежал. Так, стреляю как могу. Капец, а что так у меня мало-то? Сейчас у меня 54. Поздравляю. Так, вижу, еще что-то выпало. Ты что-то купишь? Так, отлично. Так, сейчас Нубик, Ай, капец, она быстрая, она прям за мной. Побежденные. Сейчас. Пока быстрее пошло дело, да, намного быстрее. Так, ну-ка давай, мне так, яблоко. Так, отталкиваю подальше, отталкиваю, как могу. Так, давай. Так, давай в колючке. Так, еще бы давай, немного. Давай, говорю. Так, давай. Так, ребят, меня тут сейчас уже... Я в магазин. Отлично. Сейчас приду. Так, хорошо. Я тут сейчас тушить. Так и 8. Так. А где денежка моя? Дайте денежку. Купить? Ребят, короче, я купил эмочку, я купил автомат. Вот, не хватает у меня самое крутое оружие. Да, я и с этим оружием справлюсь. О! Ого! Стаки 44. Офигеть, эмка крутая. Я помогу тебя добить. Слушай, это самое крутое оружие? Нет, не самое крутое. Самое крутое, это, короче, такой, как энергетический бластер синий. Он тремя снарядами одновременно выстреливает. Ничего себе, не вот он самый крутой. Сработал еще. На него мне не хватило. А как ты? Капец, столько, главное, еще патров на этой эмке. Ребят, я в ваш огонь залезу. Правда, они стоят по 2. По 2 деньги, так скажем. О, Леска, в сторону! Два стака и 16. Куда? Все, добили, изи. Все! Фух, отлично. Что ли, арена горит, арена. Арена, все. Так, ну что, погнали? Все получается, мы сегодня прошли все 4 волны. Мы снова прошли. Да, круто. Мы выжили, мы молодцы. Капец, я как не знаю, кто выгляжу. Это непонятно вообще. А я в платье в этом нагрузке. Друзья, ну что же, все-таки у нас сегодня получилось справиться. Правда, мы отлетали достаточно много раз. Достаточно сложно было в начале, но потом мы разошлись, улучшили свое снаряжение. Как видите, под конец мы уже совсем другие. Ну что же, а на связи был Шэддимен. Всем удачи, хорошее настроение. Не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья! Всем подарки! Пока-пока!